Всем привет! После моего видео о градиенте плоской кисти многие просили, чтобы я сняла видео о том, как я подстригала кисть. Кисть я беру из самого дешевого китайского набора, ссылочка будет в описании. Дальше завожу одну сторону ножничек таким образом, чтобы отсоединить большую часть ворсинок. Отстригаю лишнее не под самый корень, а чуть дальше, чтобы ворсинки потом не выпадали. Далее я решила попробовать прорядить кончики, но на практике оказалось, что это совершенно ненужное действие. Редкими кончиками лично мне наоборот даже сложнее сделать градиент. И я сразу отстригаю часть сбоку, так как я уже знаю, что слишком широкая кисть не нужна на фото размеры моей подстриженной кисти. Я уже попробовала сделать градиент, на кисти оставалось все еще много ворсинок, поэтому я подстригла еще. И как же понять, сколько нужно оставить ворсинок? Могу сказать, что только опытным путем, но в любом случае кисть должна остаться очень тоненькой. Конечно же, я не рекомендую вам портить свои любимые кисти, лучше использовать для этого старые, либо ненужные. Более подробное видео о самом градиенте можно посмотреть, кликнув на фото, либо перейдя по ссылке в описании. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. С вами была Настя. До новых встреч!